Короче, ребята, прямо сегодня на стрим произошла какая-то полная жесть, потому что сегодня взломали мой аккаунт, продали все дорогие скины, продали вам спорт, продали Керамид Голд. Просто посмотрите на вот это. Приятного просмотра. Я просто не понимаю, что произошло. Я захожу на мой аккаунт, смотрю, у меня 165 тысяч голды и куплено очень много Хэллоуин стикерпаков. Посмотрите, это не я их покупал. Это не я. Я не понимаю, что происходит. Что это? Что это? Что это было? Хакеры взламывают! Быстрее, надо менять пароль. Я уже знаю, кто это. Я уже знаю. Скорее всего, ребят. Сейчас. Быстрее. Сейчас почины. Надо менять пароль. Это трындец! Я сейчас пароль поменяю. Трындец! Кто это? Не-не, надеюсь, это шутка, Five minutes later. Я скажу честно, я уверен, какая-то ошибка Гугла, потому что, ребят, мои данные никто не знает. Тут даже мыслей таких нету. Так, что заходим на аккаунт, про... Кто это? Это взлом! Кто это? Это взлом! Как это взлом? Как? Тише. Твою мать, кто это? Кто это? Твою налево, что происходит тут? Что за беспредел? Кто? Это не я, бокс-то купил. Мать моя женщина! Кто это бокс купил? Что произошло с моими скинами? Куда моя голда делась? Подождите. Тише. Не понял. Твою мать! Мне стикерпак один пропал! Стикерпак пропал! Стикерпак один пропал! Вы что творите? Кто это? Я не засужу! Я в суд подам! Кто это? Не, подождите, мои скины. Не трожьте! А у нас спорт 2 на месте. Это трындец. USP Guinness, на месте, хакеры взламывают, короче, у меня смс с контролем в телефоне, мне надо найти, стоп, я сейчас пробую найти, у меня, короче, второй телефон, на втором телефоне почти должна прийти смс-ка, сейчас все будет, подожди. Five minutes later. Так что быстрее, меняем пароль. Трындец! Кто это посмел? Я говорю сразу! Я засужу всех, кто это посмел. Как пароль поменять? Твою это налево! Вашего дал, поэтому давайте сменим пароль вместе с вами. Смотрите, заходим... У меня нет такого в эмуляторе! У меня нет настроек в эмуляторе, как пароль поменять! Что происходит? Так, заходим обратно аккаунт. Не-не, я прошу, скажите, это шутка, я умоляю вас. Скажите, это шутка! Я хочу, чтобы это был пранком! Пожалуйста, не надо издеваться, я хороший кинет, пока я никого ничего не делал, я добрый ютубер! Так, захожу. Так. Ура, взломал кента! Как это ура? Кто взломал? Как это ура? Это не ура! Кто меня взломал? Вы неадекваты! Я сужу, я в суд подам! Кто меня взломал? Что происходит? Что нахрен это происходит? Еще один стикерпак украли! Отдайте! Стикерпак украли. Тише, что происходит? Тише, рынок. История. История покупок, история продаж. Ничего не продали. Хорошо. ВМ Спорт В2, ты где? Украли, продали ВМ Спорт. Смотрите, нету. Продали ВМ Спорт В2. Вы как посмели, за что? Помните? Мне подписчик подарил. Не смейте, не подожди, это шутка. А ВМ Спорт 2 украли. Внимательно смотрим. Так, тут стикерпаки на месте. Ладно, парочку пропало из них. Так, перчатки на месте. Керамид Голд на месте. Это радует. Так, смотрим. А ВМ Спорт В2 реально нету! А ВМ Спорт В2 нема! Кто украл? Я говорю, сразу сужу! Не разработчикам пишу. Тише. Где мой М-Спорт 2? Кто хоть пальцы? Опять взламывают! Хакеры опять взламывают! Хакеры! Не взламывайте! Не взламывайте, пожалуйста! Я на колени встану! Не взламывайте мой аккаунт! Не, ребят, какие-то хакеры взламывают мой аккаунт. Я не понимаю, что происходит. Кто взламывает мой аккаунт? Нет! Так, ребята, все. Так. Сейчас отправляю голосовое сообщение разработчикам. Они должны мне помочь. На них вся надежда, так? Срочно помогите, меня взломали! Нет, даже не так. Уважаемые разработчики, я вас прошу. Можете мне помочь? Меня кто-то взломал, какие-то бандиты. И они меня все скины продают. У меня в М-Спорт 2 пропало, понимаете, 30 тысяч рублей. Я говорю сразу, я в суд подам, помогите мне. Поменяйте пароль вместо меня, не могу, у меня пароль не меняется. Дайте мне бан временный, пока не поменяю пароль. Это просто трындец, у меня аккаунт украдут. Спасите меня, у меня руки трясутся. Аватарку поменяли, ник поменяли.
Что вы делаете? Что вы делаете? Я... Что вы делаете? Я же заявление на вас пишу! Slayer Canus 03 или я солью V2? Как это? Slayer Canus 03 или я солью V2? Не надо! Я сделаю все, что угодно, я на колени стану. Slayer Canus 03 или я солью... Хорошо. Как я их загубил? Что это? Не тратьте мою голду, не тратьте мою голду! Не тратьте мою голду! Не тратьте мою голду, отдайте мою голду! Я говорю сразу, вы не с ним связались! Мой голду кто-то тратит, посмотрите. Продам ее и все. Все, не трогай меня, отстань! Ты пообещал! Ты пообещал, все. Не трогай мои скины. Ты и же V2 куда-то делся! Куда V2 делся? Ох, мужики, это трындец. Все, продаю арканочку. Его продали, его нету! Я... V2 продали! Кто продал V2? Кто продал V2? Пожалуйста, признайтесь, хакеры, кто это? Мой V2 продали. Это трындец. Все, мне уже все равно. Я удаляю стендов, я ухожу. Я ухожу с стендов. Опять хакер взламывает. Все, все, и, все, забирай мой камень, мне уже ничего не надо. Отдавай мой камень, все. Все, делай, что хочешь. Мне уже ничего не надо. Спокойно, выдыхай. Дышать надо глубоко. V2. У меня... Подождите! Стоп! V2 у меня. Открой кейсы и выбить аркану. Ты пообещал, если я выбью аркану, ты отстанешь от меня. Ты пообещал, если я выбью аркану, ты от меня отстанешь. Все, все, сейчас будет аркана. Я это гарантирую. Я чувствую. Пожалуйста. Разработчики, подкрутите. Мне нужно ваша помощь. Разработчики, если меня смотрите, включите подкрутку. V2 у меня, открутите и выбью аркану. Разработчики, прямо сейчас подкрутите. Подкрутите мне аркану. Аркану подкрутите, я спрошу прямо сейчас. Мне надо прямо сейчас подкрутить аркану, иначе мне попа. Прямо в эту секунду, разработчики, я вас прошу, вот мой ID. Мне нужна ваша подкрутка. Что вы мне дали аккаунт, я спрошу, подкрутите аркану. Давай аркан, 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 аркана. Нет пробития, нет пробития. Я делаю буст, это уже не смешно. Если такой пранк, говорите уже, это уже не смешно. Голду отдавайте. Тише, дело буст. Мне нужна аркана, он отстанет. Он пообещал, мне нужна аркана, он отстанет. Да, почти. Мне нужна одна аркана, и он отстанет. Аркана, я тебя прошу, красный цвет мой любимый. Давай, давай, блин. Мы все просрали, мы все просрали. Трындец. Если вам смешно, я сочувствую. Я соболезную. Ребят, давайте 5500 лайков. Да, аркана. Как? Там должна была выпустить аркана. Там должна была выпустить аркана, не знаю. Что делать? Я напишу консольную команду. Я напишу консольную команду. Кто знает, как консольная команда аркана? Срочно, мне нужна помощь. 5 minutes later. А ну-ка, консольная команда. Тише, я написал консольную команду. Мне нужна аркана или мне попа? Мне просто нужна аркана. Давай. Я верю, сейчас будет аркана, сейчас будет аркана. Это просто трындец. Это трагедия. Где моя аркана? Давай, 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 выпадай. Это приказ. Я же написал консольную команду, чего она не выпала? Не, ребят, хотя бы лайк прожмите. Просто мне нужна ваша поддержка, ребята. Если вы против взломщика, прожмите лайк и подпишитесь на мой канал. Я вас очень сильно прошу. Очень сильно прошу, подпишитесь лайк. Вы все, что у меня осталось. И я не открыл последний кейсик. Я не открыл. Сейчас аркана выйдет, он уже заходит, не надо! Мне сейчас аркана выпадет! Аркана выпала, аркана выпала! Там аркана! Там аркана была, вы все это видели! Там аркана была, вы все это видели! Плюс чат увидел, плюс чат! Там аркана выпала, специально вышел! Не надо, не надо! Он сказал, продаст V2 все мои скины! Не-не-не, там аркана была, все видели! Кто видел? Кто видел, кто видел, что был аркана, плюс чат! Ребята, пожалуйста, с вас лайк, подписка! Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Мне нужна помощь. Мне нужна ваша помощь! Меня взломали. Меня взломали! Нет, я не психически больной, я адекватный! Меня взломали, у меня аккаунт очень дорогой. Аккаунт в игре Stand 2, может, слышали? Не слышали? Меня взломали. Меня взломали! Меня взломали, не знаю кто. Мой, у меня аккаунт очень дорогой, мне нужна помощь. Да я не больной! Да я не больной! Они сбросили, они сбросили. Что? Вы были отключены из рейтинговой игры? Как? Как? Кто это? Я не понимаю, что происходит. Что происходит? Как это я в союзниках? А чё мёртвый? Братан, ты меня слышишь?
А чё все лагает? Все лагает почему-то. Ля, у меня пинг 400! Что происходит? Кто это? Алло, ты тут? Меня взломали. Это ты или не ты? Ты меня взломал! Подожди, это ты меня взломал или нет? Скажи честно. Ты? Признайся. Это ты меня взломал! Это ты хакер! Подожди, ты меня взломал или нет? Скажи правду просто. Не-не. Я мастер не должен слить! Я мастер! Я мастер не должен слить, ты понимаешь? У меня керамит голд пропал. У меня керамит голд пропал. Где керамит голд? Отдай керамит голд. Отдай керамит голд. Ты я с кем-то связался. Где мой керамит голд? Мой керамит голд пропал. У меня дефолтный нож. Моего тиммейта забрали. Аккуратно. Моего тиммейта забрали. Я не могу мастера слить. На, домой. У него тарга такая же, как у меня. Это взломщик. Алло, это ты взломщик или нет? Микро включи, я разговариваю. Ого. Да помоги, что ты там делаешь? Не, у меня тиммейт чисто трындец. Чисто трындец. У него 40 хп было. Ничего не выгоняется. Ты чё с ножом бежишь? Сейчас буду тут, смотрите. Да! Я знал. Чисто брейн, брейн, брейн. Просто домой. Минус 2 сделал! Вот это моя школа. Вот это называется киберспорт. Я мастера очень тяжело добывал. Если я чистлю мастера, я говорю 100 раз, я буду очень зол. Не удаляю эту игру навсегда. Чё, ты не АФК стоишь? Скажи, пожалуйста, что ты не АФК. Если мой мастер! Нет! Я мастера слил! За что? Ты что творишь? Ты псих! Ты нож продал! Он нож продал! Нож! Джикомада инцидент! Он сколько стоит? Это уже не шутки! Это уже не смешно! 1200 голды! 1200 голды! И за 0.3! Как за 0.3? Я бы не продал бы никогда в жизни! Рейди голду! Разработчики, рейди голду! Я бы не продал бы никогда в жизни 0.3! Понимаете, это уже не смешно! За 0.03! 5 minutes later. Нет! Я ее еще наберу. И это нет! Секунду. Это Анетка меня ломанулась! Это Анетка меня ломанула! Тише. А где вам спорта 2? Это Анетка! Фух! Фух, я как же рад, это Анетка взломала меня. Вот они! Это Анетка, да! Просто прожмите, сделайте лайк за этот контент и подпишитесь на мой канал. Это что-то с чем-то.